Всем привет, с вами канал Art Mania. Сегодня у нас видеообзор на вот такую шоколадку «Щедрая Россия» кокос вафля. Молочный и белый шоколад. Здесь у нас 90 грамм. Так, тут я смотрю, одна порция, две дольки, то есть считается нормой для несладкоежек, но не для меня. Вот, на все это будет фотография в конце ролика. Также здесь запрятан состав. Ну, состав тут самый обыкновенный. Одна Е-добавка и, как всегда, куча-куча всего. И давайте же с вами откроем, посмотрим ее внутри. У нас кусочек маленький, с той стороны она прям вон белая, белоснежная, с этой стороны обычный молочный шоколад, немножко даже она такая пачкает, тепленькая. Давайте посмотрим. Выглядит. И давайте ее попробуем, как она на вкус. Так, давайте сначала ее разрежем. Так, опа. Так, ну что тут у нас внутри? Просто обычная белая начинка. Что у нас тут? У нас тут по-другому все должно было быть. Да, тут... Ну, как всегда, я уж, честно говоря, думала, ну, будет что-то подобное, там, может быть, будет поменьше начинки. Тут начинки много, но они забыли тут полосочку шоколада еще. Тут должна быть полосочка шоколада. То есть, видимо, как получалось, должно было... Блин, она тает у меня в руках. Она реально у меня прям тает. Вот, то есть должно было бы сделаться верхушка шоколадная. Кладется, то есть внизу шоколад. То есть нет, не так, наверное. Хотя нет, все правильно, да. Она же низом делается, вот эта вот на силиконовой какой-нибудь формочке. То есть шоколад. Сверху начинка вот эта вот. И сверху заливается еще шоколадом. Вот этим вот молочным, коричневым, да, и только потом уже сверху заливается вот этим вот белым. То есть вот как должно было быть. Так вот, ну, поглядите, смотрится гораздо красивее вот это, именно вот эта полосочка. Конечно, сейчас скажут, да мне без разницы, другие, ну, кто-то там скажет, да, какая там полосочка. Но я уверена, есть такие люди, которые важно, как выглядит шоколадка, насколько она красивая или просто вообще совершенно любой другой продукт, насколько он красив. Здесь нету этого, видите, она прям тает у меня в руках. Вот это не очень тоже хорошо. Вот она здесь вот чистая такая. И, ну, вторая та часть, я еще подумала, может быть, я не там отрезала. Вторая часть точно такая же. Здесь, кстати, видно, что вот начинка, и видно сам белый шоколад. То есть между начинкой и белым шоколадом должен был проходить темный шоколад. То есть вот должно было быть так вот. Так, ну и давайте же ее попробуем. Половиночки я оставлю, буду пробовать сразу целую. На вкус она очень-очень вкусная, в меру сладкая. Вафелька просто бесподобная, она там не жесткая, она там мягенькая такая, уже нежненькая,
Кокос также присутствует, очень мягкий, нежный. Ну, начинка прямо она такая мягенькая, нежненькая, вкусная, бесподобная, да, просто обалденно, просто очень вкусная. По вкусу немножечко напоминает на Рафаэлке, там тоже кокос присутствует. Только единственное, там нет шоколада, да, там заместо шоколада орешек. Вот. Ну, здесь вот шоколад, очень-очень вкусный. Мне очень понравился, рекомендую. Ну, да, можно его подарить. В принципе, он и сам сверху красивый. Единственное, вот он в руке тает. Видимо, вот где больше Е добавок, я начинаю вот замечать, все шоколадки в руке тают. Допустим, где чистый шоколад, она и пожестче, и она не так тает. Вот, очень вкусно, очень понравилось. Напишите в комментариях свои отзывы обязательно. Обязательно под YouTube под роликом, не где-то там, где я этот ролик еще опубликую, где мне еще там захочется. А именно в YouTube, чтобы люди находили, смотрели, вот, и писали там свои отзывы, кому понравилось, кому не понравилось. Может быть, у кого-то такая вот полосочка все-таки была. Может быть, мне просто досталась такая. Вот. Вафельки такие, кстати, они очень вкусные. Вот. Не обязательно, конечно, что там именно эта вафелька. Но все равно очень вкусно, очень мне понравилось. Вот, и на сегодня это все. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также смотрите другие мои ролики, мои влоги, как мы живем с сынком, как мы гуляем, как мы путешествуем, как мы с мужем путешествуем на теплоходе, приезжаем по разным городам. Очень интересно. Также мои обзоры на другие продукты, товары, технику, вот, обзоры на товары из фикс прайса. Обязательно посмотрите из Озона. Вот, и всем пока-пока.